Доброе утро. Доброе утро. Я дал себе слово. Я должен был вот так отдать тебе этот кулон. Вместе с кольцом. Когда ты встал, я не слышала. Рано. Давай выйдем. Снаружи очень хорошо. Если бы этот момент длился вечно, если бы мы могли остановить время. Саваш? Да, милая. Давай завтракать. Я тоже проголодался. Спросим капитана, что у нас есть на завтрак. Саваш? Ты очень симпатична этим утром. Продумал все, вплоть до одежды. Хорошо. Ты довольна организацией? Очень. Аппетит проснулся, Саваш. На обед нужно наловить рыбы. Иначе мы останемся голодными. Понятно. Если так, то я запасусь. В чем дело? Ты мне не доверяешь? Думаешь, что твой муж не наловит рыбы и оставит тебя голодной? Ну, конечно, я тебе доверяю. Я рыбе не доверяю. Я тебе еще отомщу. Я мечтала о том дне, когда мы вернемся туда, в наш дом. Мы снова вернемся. Но зато это выход из положения. Рассуждай так. Ты настаиваешь? Да, милая. Я настаиваю. У меня есть к тебе просьба. Улыбнись от всей души. Слышишь? Зачем так переживать из-за дома? Купим еще лучше. Просто все это выпало на тяжелые времена. Лучше бы нам не приходилось делать это. Давай закроем эту тему. Мы можем продолжить свадебное путешествие? Mm-hmm.
Куда ты? Помогу капитану приготовить обед. Посиди еще, половим рыбу. Пойманную рыбу мы отвезем домой. Сиди, сиди, я помогу. Не будем нарушать покой дочки. Хорошо, папочка. Я смотрю, ты принял решение. Ждешь дочку? Да, жду дочку. Я в этом уверен. Кстати, я еще кое в чем уверен. Моя дочка будет такой же красивой, как ее мама. Кажется, клюет. Так чудесно. Что именно? Сидеть вот так. В покое, в тишине. Просто замечательно.